Любимые друзья, рад, что вы со мной готовы пойти хоть в огонь, хоть в воду. Вы настоящие друзья. Я всегда буду стараться показать вам самые новые и самые интересные видеоигры. Смотрите и наслаждайтесь игрой. Магия волшебства в моих играх становится все реалистичнее. Играйте вместе со своими друзьями и наслаждайтесь великолепными игровыми моментами. Ведь все, я это делаю только для вас, мои маленькие друзья. Ведь вы мой самый благодарный зритель. Советуйте эти видеоигры прохождения своим друзьям, и они точно будут вам очень благодарны, ведь вы им не только покажете, как я играю, вы им подарите чудеснейший мир приключенческих игр. Они будут восхищены, где же вы среди этой массы видеоигр нашли такие чудесные и приключенческие. Когда вы посмотрите до конца все мои видео, вас ждет сюрприз. Вас уже никто не сможет переиграть в эту игру. Вы станете самым известным игроком в целом мире. Будете побеждать самых крутых игроков. Ведь именно ты станешь тем супергероем, который так ловко справится с любым заданием. Самые страшные тайны сегодня обязательно будут раскрыты. Друзья, мы играем с вами только в самые крутые игры мультики. Играйте с удовольствием. Кто на Android, а кто на Apple девайсах. Главное, чтобы мы всегда были вместе и вместе играли в эти сказочные игры. Да, ребята? Ой, что сейчас произошло? Как же быстро все происходит, аж глаза расплываются. Но мы будем внимательны и осторожны. Ведь так много еще интересного у нас впереди. Смелей в игру, скачивайте и играйте вместе со мной. Но смотрите внимательно, здесь могут быть ловушки и непроходимые места. Но мы преодолеем все. Правда, ребята? Вперед к новым вершинам, нас уже ничего не остановит. Ой, как же это интересно!
как все быстро меняется. Прямо не могу успеть за всем этим. Надо взять себя в руки и поднапрячься. Ребята, ну как вам прохождение? Нравится? Ну ясен пень, что нравится. Кому же не понравится окунуться в мир приключенческих игр? Ну и я продолжу дальше играть и радовать вас новыми прохождениями. Как же это все просто, никаких проблем, расслабься и вперед. Интуиция сама подскажет, что нам делать. Вам нравится, ребята, как я играю? Хотите еще, чтобы я записывал видео прохождения игр? Ответы не забывайте писать в комментариях. Я обязательно на них отвечу. Ну разве это не поднимает у вас настроение? Играй весело, смотри весело. Вот девиз нашего канала. Вперед, с улыбкой, продолжаем. А ты хочешь стать моим близким другом? Тогда подписывайся на мой канал и давай дружить! И снова в бой. Здесь главное только не расслабляться. Расслабился и все начинай сначала. А это не так уж легко делать. Здесь нужно быть очень внимательным. Так сказать, держать ухо востро. И запомните, никогда не сдавайтесь. Проиграл – не беда. Сегодня проиграл, а завтра пересмотрел еще раз мои чудо-видеоуроки. Поднялся и снова в бой добиваться успеха. Тебя уже ничего не остановит. Ты самый лучший игрок из всех. Вот! Такой у тебя должен быть настрой на каждую игру. Друзья, наша игра пришла к концу. Самое интересное все еще впереди. Так что подписывайся на канал, ставь лайк и комментируй видео. Обязательно поделись роликом с другом
и переходи смотреть новые видеоигры. Удачного дня и лучшего прохождения игры. Всем пока. До встречи.